Мировая война уже начинается. Ситуация между Северной Кореей и Южной накаляется. В КНДР решили оборвать все связи, поэтому взорвали часть дорог, соединяющих с Южной Кореей. Нет никаких логических объяснений этих подрывов дорог, кроме как показать на внутреннюю аудиторию, какой Ким Чен Ын великий защитник от страшной Южной Кореи. Помимо подготовки к атаке, стало известно, что КНДР отправляет своих военных в Россию для отправки на фронт против Украины. А как сообщает украинское партизанское движение «Срок», военные из КНДР обустроили себе полигон недалеко от Мариуполя. Но вот российские военные не сильно рады таким новостям, ведь военных КНДР они оценивают трезво. А прикиньте, какая у них опущенная армия. Ни броников, ни ночников, ни опыта ведения боя с БПЛА. Я нет, только каски советские и бушлаты. У них там служат по 10-20 лет как кирпичи. Разбивать и маршировать. Их, если сейчас в СВО кинуть, их там просто обо**ут. Это будет главный позор за всю историю войн человечества. А Путин у них просит помощи. Браво!